В настоящее время в Брестском горосполкоме проходит сразу несколько творческих конкурсов, приуроченных к тысячелетию Бреста. Если у вас есть идея проекта, который может быть интересен в рамках празднования юбилея, срочно принимайте участие в отборе инициатив. Один из конкурсов был объявлен местным благотворительным фондом «Брест. Тысяча лет». Этот фонд был создан в ноябре прошлого года с целью помочь вот именно в проведении празднования нашего замечательного юбилея. Фонд благотворительный, некоммерческий, поэтому и проекты мы ждем некоммерческие. До 1 мая мы ждем проекты, которые будут осуществляться в этом году. Если действительно проекты замечательные, они нужны нашему городу, фонд поможет осуществить их материально. Уже пришли первые заявки и на второй конкурс. Музыкальный свою песню о Бресте может предложить на рассмотрение любой желающий. Совсем не обязательно профессиональный певец или композитор. Но важный момент – к оформлению заявки нужно отнестись ответственно. Продлится этот конкурс до 1 сентября. Цель его – увидеть новые песни о Бресте, которые, в общем-то, прозвучат несколько раз, по крайней мере, в год тысячелетия. Будет большой концерт в мае, где будут победители этого конкурса о Бресте представлять свои песни. И, конечно же, непосредственно в дни празднования тысячелетия. Празднование будет в сентябре 2019 года. К слову, в 2019 Брест будет культурной столицей стран СНГ. А это значит, что год и без того богатый на события обещает быть еще интереснее. Наш Брест вот будет принимать страны СНГ на протяжении всего 2019 года. 12 стран будет СНГ. Открытие этой замечательной акции «Брест. Культурная столица СНГ» будет в марте 2019 года. И вот на протяжении года будет представлена вся культура вот этих стран на самых различных мероприятиях. Подробную информацию о конкурсах и инициативах всегда можно найти на сайте городского исполнительного комитета city-brest.gov.by.